Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот шоколадку Alpen Gold, арахис и кукурузные хлопья, молочный шоколад. Вот так красиво она и ярко выглядит. Давайте ее посмотрим, здесь 90 грамм, и также давайте посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте его. Также здесь вот интересная картинка над штрих-кодом. И давайте ее откроем, посмотрим. А здесь, кстати, тоже вот много чего интересного. Ну, конечно же, мы видим здесь красивую шоколадку. Уже прям очень много, видимо, арахиса и кукурузных хлопьев. Видимо, прям добавили много. Пузырик даже. С этой стороны очень красивый, особо ничего не выпирает, не выпукает. Очень красиво. Ничего лишнего. И можно положить на тарелочку его. Ну, посмотрите, как красиво. Совсем по-другому. Посмотрите обзор шоколадки Победы из фикс прайса. Плейлист тоже там есть фикс прайса продукты. Там шоколадка была просто ужасного вида. Ее не то что там съесть противно было, ее подарить было страшно. А здесь посмотрите, как красиво. Давайте ее попробуем. Так. Ну, тут, конечно, нарисовано, что начинки очень много. Здесь ее... С той стороны ее много, но здесь ее не видно. Почти не видно, да. И, кстати, она очень сильно тает. Вот, давайте ее попробуем, пока она у меня не растаяла. Очень вкусно. Они маленькие, хорошо жуются. Даже, наверное, хорошо, что их не так много, как здесь вот нарисовано. Иначе было бы, наверное, не так вкусно, когда начинки перебор. Хорошо, что ее немножечко. Очень вкусно, очень такая необычный такой вкус. Как-то сами даже подумайте, нигде, по-моему, нет такой начинки. Именно арахис и кукурузные хлопья. Как-то так вместе. Обычно по отдельности. Кукурузные хлопья так интересно хрустят под зубами. Такой звук необычный. Очень вкусно. Ее можно подарить, ее не страшно даже подарить, потому что она вот здесь вот красивая. С той стороны видно, что много начинки. Это радует. Хотя, конечно, вот здесь вот незаметно особо начинки, но она там есть. Здесь видно, что вот она есть. И то, что она находится, в принципе, может быть, даже вот так же много. Просто здесь так попалось, то, что я ее сломала так. Вот. Ну, единственное, еще она пачкает руки. Как-то предыдущая шоколадка не особо у меня пачкала руки. А это вот испачкала, хотя они лежали вместе. Не знаю, от чего это зависит, от шоколада качества или от чего-то другого. Послевкусие очень остается, очень вкусно. Именно, блин, вот этот вот арахис и кукурузные хлопья, не знаю, они просто восхитительные. Очень вкусно, мне очень понравилось. Сегодня все, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие ролики, наши влоги, видеообзоры на технику, на продукты, продукты из фикс-прайса. Пишите комментарии обязательно. Как вам эта шоколадка, понравилась или нет? Ставьте лайки. И всем пока-пока.